Так, что-то я где-то упускаю, блядь. А что где? Какое-то дерьмо. Там то ли глаз на меня смотрит с этой дырки, то ли хер пойми чё. То ли демон прямо сзади, то ли... Кто, блядь? Извините за выражение. Так. Бабай, блядь, по кругу хожу, отвечаю. Сука. Опачки. Слышите, да? Не, ну вы же это слышите, и я слышу. Слышите, я слышу. Я, блядь, слышу, сука, и вы слышите, блядь, меня типать начинает, ребята. Ну какого хе? Ну сколько можно, блядь? Реально, ребята, вот один из хорроров, когда я хочу, чтобы он побыстрее закончился, один из тизеров даже. Хотя в тизере я, как правило, не играл, всегда играл в полной версии. А тут тизер, сука, уже я хочу, чтобы он закончился. Причем, как хоррор, блять, просто бомбящий, просто башню сносящий. Но, сука, напряжение держит просто максимально. А я не стихия, я не война. Ребят, я просто реально пою песни. Почему? Потому что... Чтобы хоть как-то снять напряжение. То напряжение, которое дает игра. А игра дает 100% напряжение. Потому что, как вы видите, мы оказались в полной жопе. И в плане игры, и в плане сюжета. И реально нужно снимать напряжение, потому что атмосфера настолько накаливает нервы, что немногие, может быть, даже справятся. Блять. Задолбали, честное слово. Вот он что-то бегает по коридорам. А толку ноль. Сука. Опачки. Опачки, это чё? Это типа картина, что ли, свалилась со стены? Ёб твою мать. Так. Now there is time for action. Our society is rotten. I am talking to the fine. Good lobs pulled from the under them. Короче, что-то про общественность, что типа общественность падает в яму. И самое время тебе умереть, что-то такое. Я тебя долго искал, как... Ну, что-то... Я вот так вот как бы дословно перевожу, да, то, что успел прочитать. Ох ты, ёб твою мать. No turning back now. А, no turning back now. Назад пути нет. Назад повернуть нельзя. Не поворачивайся сейчас. Ну, повернулся я и чё?
сука, вот это вот не поворачивайся сейчас, оно меня просто вырубает. Почему так подозрительно тихо? Мне это не нравится. То есть можно сказать, что знаете, как говорят, затишье перед бурей, сука. Сейчас что-то будет, блядь. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Что-то там про девку, про отношения, что он работал менеджером 10 месяцев назад, что-то там, блядь, вспоминает. Но это, знаете, так вот, что успел на слух словить. Понятно, что по субтитрам можно там более дословно привести, да и хер с ним. Основной смысл понятен. Если так подумать. Так, мы уже не бегаем, да? Уже хорошо. Сука, то же самое, блядь. А лица не видно. Обратите внимание, кстати, дитё пропало. Дитё. Это я неправильно назвал. Зародыш, да, зародыш в раковине. Что-то дитё нет. До дитя ему ещё далеко сейчас. Что-то как-то богохульством прям попахивает, ребят. Я реально неумышленно. Дитё, какое нахер дитё, блядь. Реально. Ему до дитя, как я не знаю, до кого. Ладно. Все, забыли. Прям не хочется повторять это слово. Так, ладно. Кстати, какой-то желтый свет теперь в конце. Обратите внимание. Был красный, а тут теперь желтый. И, по-моему, длинный коридор изменился. Это теперь наш общий коридор, который самый общий. Да, там красный свет, а здесь желтый. Блять, почему так тихо? Мне реально, мне это не нравится, сука. Какая-то подлянка сейчас будет гребаная. Ух ты, ёб твою мать. Может, назад пойдем? Так, картины вроде стали нормальными. Здесь нихера ничего. Все по-старому. Вот какая-то картина. Хер пойми, какая, блядь. Ветки какие-то. Так, а тут что? Подождите. Так. Ладно. Что, идем прямо? А, опять подвал. Прости меня, Лиза, все еще. Как светло, нихера себе, блядь. Удивительно светло, я бы сказал. Часики что показывают нам? 12 ночи все еще. Ух ты, ёпта, это что было? Сука. Дождик херачит, да, за окном? Та ёперный театр. Что это, блядь?
Так, а в ванной... 2-0-4-8-6-3 2-0-6-8-6-3 Что за дерьмо? Алло, мать твою, чё? 2-0-4-8-6-3 Чё это значит? 7-7-8-0-Studio. Watch out! The gap in the door is a separate reality. Короче, ловушка в двери, что-то параллельная реальность. Блять, я не успел прочитать, сука, что дальше. Я не понял, что все заново, что ли? Да ну нахер. Слушайте, походу все заново, ребят. Мой голос, ты это слышишь, что-то там. Да, сука, все заново, ребят. Отвечаю. В общем, походу, вот такой был тизер, ребят. I can hear you from hell. А может быть, не заново, я не знаю, что-то. Тут же Forgive Me, Lisa, вот эта вся херня. Бляха-муха, вот честно, ребята, вам скажу, я не знаю, конец это уже. Не конец, но вот. Интересно все-таки, чем же закончится. Но, по-моему, мне кажется, все-таки это еще не конец. Вот как я думаю. Хотя, может быть, могу ошибаться. Дождик капает. Ванна все еще. Ага, опять зародыш появился. Пипец, блядь, сука. Опять этот звук сраный, блядь. Опа. А часы еще не били. Еще реально не били. Так, ну вот этот вот, да, хоррор типа прошел, и по идее сейчас новый уровень должен открыться. Когда вот эта херота проходит, блядь. Так, I can hear them calling me from hell. Так, полная надпись. Чё это? Люстра, да? Люстра. Хуй люстра, блядь. Ладно. Так, Forgive Me, Lisa, вся та же херня. Ладно, идем дальше. My voice, can you hear it? Мой голос, ты можешь это слышать? This sign is чего? А, это надпись, ты ее можешь слышать? Или этот возглас как-то так? I'll wait forever if you'll just come to me. Я буду ждать вечно, если ты ко мне придешь. Что бы это значило, бляха-муха?
Одному Богу известно, что бы это значило. Так, и чё? Блять, все те же звуки, сука, да я слышал, я их уже запарили. Где грёбаный демон, сука? Там ее нету. А, вот она, сука. Ты угомонишься, дура? Она, я понял, да, она вначале появляется, это говно. Так, ну и чё, теперь нас нормально пропустят дальше на следующий этап, или чё, или... I can hear you from hell, окей, я её увидел, всё, ништяк, всё, охеренно. Погиб мне Лиза, блядь. Часы приведут или нет? А, вот, по-моему, да, новая херня. Болт. 23.59, все так же. Просто я почему подумал, новая херня, подсветка зеленым стала. Может быть, к ней вплотную надо подойти, когда она появляется. Вот, честно, как-то я вообще вдуплить не могу. Блять, ну давайте попробую вплотную подойти, чё ж уже. А, не, ребят, что-то изменилось. Или нихера не изменилось. Не, ну почему-то зеленым все подсвечивается, или желтым таким, знаете. Вот как-то чуть-чуть непонятно даже. То ли желтым, то ли зеленым. Звука нет вот этого жесткого. А, вот, пожалуйста. Понеслась душа в рай. Все, это дерьмо там. Давайте, пошли. Вот она. Ага, и чё? Все? Меня пропустят дальше? Ах ты, бледина ебаная, блядь. Напугала, тварь. Не, реально напугала. Напугала, ребят, честно. Я аж запинаться стал. Ой, сука. Так, а как же от нее избавиться, блядь? Вот же ж дерьмо галимое, а. Сучка крашеная. Подожди, сейчас я тебя наебу все равно, блядь. Так. От нее надо то ли съебаться, то ли что с ней сделать, блядь. Короче, ладно, встречаю на коридоре ее, потом иду на выход нахер. Сейчас в ванну. Акцентируюсь на зародыше. Это дерьмо сейчас должно замычать, блядь. Замычать, закряхтеть, блядь. Оборачиваться нельзя потом, когда идем по коридору. Просто нельзя. Что-то нихера ничего не происходит. Может, на дырку опять, на.
Та сучка ты, блядь. Ты появишься сегодня или нет? О, понеслась. Все, на выход нахер. Да идите нахер. И что, на один хер здесь, да? Не, ни хера, ребят, 23:59. Я не знаю, что я делаю не так. Сука, но время не меняется, блядь. Все, это дерьмо исчезло. Исчезло, исчезло. Может быть, сейчас можно по коридору пройти, когда это говно исчезло. Я не знаю уже, сука, на чем сконцентрировать внимание, блять, на чем, отвечаю. Вот это вот, блять, сраную надпись я уже видел 100 миллионов раз, если не 200. Сука, 23:59. Так, попытка номер 145, блядь, или 149, я не знаю. Еще раз пробуем. Давай, дерьмо. Сначала колокол. Церкви или откуда там. Ну, сейчас должен прозвучать. Чё-то пока падла не звук. Ага, вот понеслась. Понеслась. Нет, 23:59, сука. Тупанул я. Обратно я тупанул. Еще раз нужно ждать. Ой, блядь, да что ж такое, сука, да что ж за херня происходит? Ладушки. Ждем звон колокола. Угу.
12. Так, ждёмс. Оглядываться сильно нельзя. Тварь, она сзади кряхтит. Сейчас оглянусь, пизда будет. Отвечаю. То есть вы поняли, да? Что-то в телефон надо смотреться или во что? Ладно, ребят, да, я уже оглянулся. Я это понял. Тварь, она идет где-то. Я просто не пойму, как пройти этот гребаный уровень. Что надо сделать? Кстати, водичка набралась. Что бы это значило? Где-то эта тварь здесь. Да где же она кряхтит, сука? Двенадцать ноль ноль, окей. Как пройти этот уровень? Может быть, смотреться надо во что-то. Честно говоря, вообще вдуплить не могу. Ведь эта тварь где-то рядом ходит. Сука, сейчас уйду, будет все заново. Здесь уже 12, а там будет 23:59.
Здесь однозначно что-то сделать надо, ребят. А что? Я врубиться не могу. Так, чё ж тут не то, ёпта. Где ты, дерьмо, ходишь, сука? Как ты меня, падла, достала, а? Пачки, это что за дверь? Это что за две дырки? Два паучка, короче, отдыхают, походу. Ну окей, отдыхайте, отдыхайте. Сука, да где ты там ходишь, блядь? Задолбало, честное слово. Я не понимаю, то ли еще одно отверстие где-то найти, то ли что, блядь. Сука. Вот она где-то топает. Топ, 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 блядь. А где? Два паука, блядь. Засели сами, очкуют, как я не знаю кто. Короче, похуй, пошли еще. Опять, сука, 2359. Да что за херня происходит, блядь? Ребят, я хз, честно. Как бы все это очково, все это понятно, все это, блядь. Но что это все значит? Что делать? Куда, блядь, идти? Вопрос на миллион. На то он, походу, и playable teaser. По крайней мере, да, демона этого я узрел. Вот она, сучка. Слышь, а где ты, блядь? Опачки. Это что было? Вы слышали? Ёперный театр. Это что было, блядь? Блядь, нахуй заткнись. Смех какой-то, блядь. Детский. А ну-ка. Говорят, если посмотреть на телефон секунд 30, давайте засечем, то будет еще один смех. Должен быть двойной смех.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, 28, 29, 30. Чё, всё? Теперь на картину. Может, я, конечно, ошибаюсь. Кодзима, он же еще тот тролль, блядь. Это что он придумал всю эту херню? И, возможно, я что-то упустил. Но я никого не вижу. Первый смех я услышал. Давайте, может быть, на радио сконцентрируемся. Здесь какая-то аппаратура, насколько я помню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И после аппаратуры надо посмотреть на картину. Я не знаю, поможет мне это, не поможет. Честно. Вообще без понятия. То есть чистый рандом, как для меня. Может быть, даже не поможет. Час ночи. My voice can hear you. Мой голос может тебя слышать. Картина разбита. Сука, вот здесь она отвечает. Вот она, бледина. Так. Как мне второй плач услышать? Может, реально сконцентрироваться на радио? Давайте засечем 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Теперь на картину. Второй смех или плач, как, не знаю, как правильно назвать. Ребенка нам нужно услышать. Вроде как так. Сука, кто-то где-то ходит. Отвечаю.
найти ее или нет. Блять, а где ж она? Неужели истинную концовку мы не увидим? Да быть того не может. Вот вроде где-то рядом она ходит. Где, блядь? Блин, ну где ты, сучка, ходишь? Здесь тупо остается только всматриваться в картины. Первый смех есть. Где второй? Давайте еще раз над телефоном посидим. 30 секунд хотя бы. Давайте. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Что-то я быстро, по-моему, считаю, да, ребят? 27, 28, 29, 30, 31, 32, блядь. Уже б что-нибудь произошло, блядь. Тут у нас что? Сука, вот где-то она рядом ходит, а где, блядь? Это вот финальная комната, ребят. И здесь своего рода даже не то, что концовка спрятана, пасхалка. И если мы не найдем эту пасхалку, то игрушку мы, может быть, даже с реальной концовкой не увидим. Здесь уже даже не больше не от нас зависит, а больше зависит от везения. Мне ничего не остается, как только уйти опять в дверь. Но я чувствую, это будет ошибкой. Опять будет 23:59 на часах. Да. И опять все то же самое. Ну, в общем, ребят, почитав на форумах, посмотрев видео на ютубчике, я, в принципе, понял, что это тот самый конец, который имеет место в этом тизере. То есть очень многие находят секретную концовку, но она зависит не от скилла игрока, да, там, не от знания сюжета, а она зависит тупо от везения. Кому-то она выпадает, кому-то она не выпадает. А вероятность примерно 95 из 100. Ой, вернее, 5 из 100. То есть в 5% эта концовка выпадает. В 95% она не выпадает. Я так понимаю, что мне повезло меньше. Вот.
полночь бьет. Что делать, я не знаю, честно. Бля, этой сучки даже нет, а где она, блядь? Не, ну ее реально нет. Вот. И здесь можно бродить часов, ну не знаю, 10-15 реально, чтобы получить ту концовку, которая нужна. Которая действительно нужна. Ну хорошо, бьет полночь и все. Ребят, понимаете, ничего не происходит. Поэтому я сильно заморачиваться не хочу. Мы этот тизер посмотрели на 98, а то и 99%. Может быть, не узнав, грубо говоря, что будет истинная концовка. Ну, да, я могу сказать, что многие могут посмотреть на YouTube, в том числе и я. Вот, но по описанию в форумах можно бродить часов 15-20, чтобы реально тупо повезло. То есть это полный рандом здесь. Хоть всматривайся в картины, хоть не всматривайся, но... Либо повезет, либо не повезет, а именно двойной детский смех услышать. И вот после двойного детского смеха, по идее, нам должна открыться истинная концовка. Но пока что... Пока что я чувствую, что нам не удастся... Ох ты, ёб твою, это что за дерьмо? А вот этого не было. Истинной концовки, может быть, нам добиться не удастся. Не знаю. Первый смех. Если бродить в этом коридоре, это будет первый смех. Я это услышал, и причем я это уже слышал раньше. Окей, давайте еще раз посмотрим на радио. Раз, два. Даже давайте 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, сука, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, блядь, заебали, 26, 27, 28, 29, 30. Блядь, где второй смех ребенка, твою мать? О, пожалуйста, еще одна херня прилетела. Давайте тупо ходить по этому коридору взад-вперед, потому что я подозреваю... Ага, вот это дерьмо, блядь. Угу. Ходим взад-вперед. Может быть, прокатит. Может быть, реально прокатит услышать детский смех второй. Давайте попытаем рандомное счастье. Еще где-то минуты 4, может быть, вот так, ладно. Если ни хера не получится, ребят, то будем на этом закругляться. В принципе, я понял уже, что Кодзима просто демон, просто чокнутый, просто сумасшедший, который придумал просто охерительный тизер эксклюзивно для четвертой Соньки. И я, честно, в шоке. В такую атмосферную игру я еще не играл.
честно. Честно и откровенно. Это просто какой-то эпик. Это просто какой-то эпик. Такая жуть на меня находила нечасто в играх. И я думаю, на многих на вас она зайдет не меньше, если вы попробуете этот тизер. Что удивительно, с PS Store на сегодняшний день он удален. То есть он реально удален. Он настолько, видимо, нервы щекотал, что решили... Даже корпорация Sony как таковая, да, она решила от него отказаться. Потому что, блядь, ну он реально башню сносящий. Вот честно, откровенно. Такой жопы встретишь нечасто. Сейчас, короче, смотрим. Если 23.59, то все. Да, ребят. Короче, на этом все. Может быть, оригинальной концовки я и не увидел. Да и похер, атмосферу я прочувствовал. Я надеюсь, что вы ее со мной тоже прочувствовали, кто досмотрел это видео до конца. Вот. Поэтому, что могу сказать? Огромное спасибо, ребят. Приходите на канал. Огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, кто сейчас слышит мой монолог, да. Вот. Еще не меньше. Ну, не то, что не меньше, может быть, по качеству и меньше, но по количеству точно не меньше ужастиков мы пройдем, я надеюсь. Вот. В преддверии к, наверное, Новому году. Да что тут гадать, тут, господи, осталось несчастных 4 месяца. Я обязательно пройду Condemned Criminal Origins. И, может быть, серию Fear. По крайней мере, первую часть и два аддона к ней. Вот. Но это такие мини-спойлеры, скажем так. Игрушка ПТ мне понравилась безумно своей атмосферой, своей вот такой накаленностью эмоций, напряженностью, когда ты действительно сидишь и трусишься и поджимаешь ноги под себя, чтобы их никакая тварь не схватила под диваном, блять, если они, не дай бог, у вас свисают с этого дивана, как у меня. Ой, блядь, это действительно так. Вот. И, ну что, я думаю, не менее интересные хорроры нас ждут впереди, как и не менее интересные игры. Вот. А всем вам, ребят, как обычно, желаю нажимать на курок только в игре. Берегите себя. Всем пока.